Ну, насколько я помню, выставки организовывал Марат Гельман, и выставки были про Олимпиаду в Сочи и про протестное движение. Я, если честно, не успела залезть на сайт Марата и посмотреть, он обычно выкладывает все свои мероприятия. Я не поклонник современного искусства, но считаю, что вот так вот закрывать выставку – это просто неразумно.